В рамках поручения антитеррористической комиссии Московской области в нашем муниципалитете был проведен цикл семинаров и бесед по адаптации иностранных граждан, работающих в России, к социально-экономическим условиям жизни в нашей стране. Одно из таких мероприятий состоялось на строительном объекте в ЖК «Пригород Лесное». Необходимо и дальше нам все вместе укреплять дружеские связи между людьми различных национальностей. Этому способствует образование, культура, спорт, что будет объединять людей во все времена. Проведение сегодняшнего семинара направлено на укрепление межнационального мира на территории округа. От трудовых мигрантов требуется изучение русского языка и истории России, а главное – соблюдение законов нашей страны. Чтобы вы понимали, как необходимо себя вести здесь, в стране, где вы работаете, где вы зарабатываете деньги, где нельзя нарушать законы, где за нарушение законов есть ответственность. Вот для этого как бы и эти семинары мы решили проводить. Если иностранный гражданин добросовестно выполняет свою работу и живет в добрососедских отношениях с гражданами России, то никаких проблем не возникнет. В противном случае его ожидают санкции. Ни для кого не секрет, есть определенный рост совершенных преступлений иностранными гражданами, ужесточено административное законодательство. А именно, поясню, что по 18 главе, это 18.8, часть 3 Кодекса административных правонарушений, ужесточены санкции. Это не только штраф, но и принудительное выдворение за пределы территории Российской Федерации в виде депортации. Россия – многонациональная страна, и здесь с уважением относятся к разным культурам, религиям и обычаям. Если иностранные рабочие планируют связать свое будущее с Россией, то для них предлагается мероприятие по интеграции в общество. Совместный досуг в виде спортивных мероприятий, обучение русскому языку. В Коране сказано, так как мы здесь все этнические мусульмане, в основном из приглашенных, в Коране сказано, что соблюдайте законы той страны, в которой вы находитесь, да? То есть, если мы рассматриваем с той стороны, что Россия – это халифат, и есть халиф свой, мы должны следовать его законам, которые он утвердил. Подобные встречи планируется провести на нескольких строительных объектах на территории Ленинского городского округа. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.